Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 6 на странице 9 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. В первом ящике было 7 килограммов гвоздей, во втором на 2 килограмма. Сколько килограммов гвоздей было во втором ящике? Дополни условия так, чтобы задача решалась сложением. Чтобы задача решалась сложением, мы должны будем дополнить условия задачи словом «больше». Тогда у нас получается, что в первом ящике 7 килограммов гвоздей, во втором на 2 килограмма больше. Чтобы узнать, сколько во втором ящике, мы к 7 прибавим 2. Получится 9 килограммов гвоздей во втором ящике. Записываем ответ. Килограммов гвоздей во втором ящике. Б. Чтобы задача решалась вычитанием. Чтобы задача решалась вычитанием, мы условия задачи дополним словом «меньше». Тогда у нас условие задачи получится таким. В первом ящике было 7 килограммов гвоздей, во втором на 2 килограмма меньше. Сколько килограммов гвоздей было во втором ящике? Чтобы это узнать, мы из 7 вычтем 2. Получится 5. 5 килограммов гвоздей было во втором ящике. Записываем ответ. 5 килограммов гвоздей во втором ящике. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.